Доброго времени суток, дорогие мои и любимые! Вы на канале «Турецкая суббота», и я продолжаю озвучку турецких сериалов. И сегодня мы начнем с вами это русско-турецкий сериал «Восток-Запад». Итак, первый сезон. Ну, давайте сначала остановимся на... Я вам расскажу немного содержание фильма, а потом уже пойдем по сериям. Идеальный брак Татьяны с Игорем дает невидимую трещину. Раздражительная супруга напряжена сверх меры из-за потери любви. Верная жена нервничает по пустякам и отвергает ухаживание других представителей стильного племени. Муж активно занимается бизнесом, игнорируя заигрывание юной секретарши. В очередную командировку заботливый и расчетливый благоверный решил взять Таню. Турецкие партнеры, заинтересованные в инвестициях, включили в представительские расходы комфортабельную поездку российского эмиссара. На юбилей тёщи обаятельный зять сообщает узкому кругу гостей о намеченных планах. Именинница безмерно рада за счастливую пару, но категорически требует внуков от бездетной четы. Тяжелая тема, поднятая за праздничным столом Ольгой Прокофьевной, раздражает сердитую блондинку. Депрессия мучает дочь пенсионерки, потерявшей к Игорю близкие чувства. Для гармонии знающая персона проинформировала молодежь об уникальной возможности искусственного оплодотворения. Разумные герои заинтересовались чужим опытом. Перспективный менеджер тоскливым взглядом смотрит на детвору, гоняющую футбольный мяч по асфальтному покрытию. Мечты о будущем наследнике греют души прагматику с обаятельным взором Лавеласа. Примерный семьянин сосредоточился на сложном переговорном процессе с партнерами, откладывая второстепенные семейные вопросы в долгий ящик. Лучший репродуктолог Стамбула встречает желанных гостей в солнечной Турции с благожелательностью и пониманием. Неприступный взгляд белокурой дамы пленил кареглазого Камиля. Приторные сладости оказались не по вкусу русской красавицы. Гордая персона не выносит чванства и не пренебрежения. Итак, переходим к описанию серий. Первая серия. Семейную жизнь Татьяны и Игоря Мельниковых омрачает одно досадное обстоятельство – отсутствие детей. Неожиданно у Игоря намечается командировка в Турцию, и Татьяна решает составить ему компанию в поездке. В Стамбуле пара отправляется на консультацию в клинику репродуктивной медицины. По пути происходит непредвиденная ситуация. Игорь спасает мужчину от попадания под колеса машины, который в итоге оказывается разыскиваемым ими врачом. После посещения клиники Игорь улетает на съезд инвесторов, а Татьяна решает остаться в Стамбуле. Во время прогулки у нее крадут кошелек, а единственным человеком, кто может ее выручить, оказывается репродуктолог Кемаль. Вторая серия. Невеста Кемаля устраивает жениху истерику и грозит увольнением из отцовской клиники. Селим рассказывает семье,
что когда с помощью инвестиций Игоря они построят отель, у них наконец-то появятся деньги на операцию дочери-инвалиду, Нергиз. В бутик Айлин приходит новый помощник Картал и предлагает ей бизнес-план для улучшения финансового положения компании. Татьяна выселяется из гостиницы и отправляется в аэропорт, где неожиданно встречает Кемаля. Третья серия. Потеряв сознание в зале суда, Татьяна падает в больницу и там узнает, что она беременна. Тем временем в Турции Кемаль занимается подготовкой к помолвке и безуспешно пытается дозвониться до Бельниковой. Ассистентка Кемаля отправляет на почту Игоря результаты их медицинских анализов. Ну, на этом наше видео заканчивается. Дальнейшие серии будут в следующих видео. Всех люблю и до встречи в новых видео. Не забывайте на нас подписываться.